Добро пожаловать на аудиокурс изучения башкирского языка с нуля. Мы научим вас базовым фразам и выражениям, которые пригодятся при общении. Каждый сможет овладеть красивым башкирским языком. Занятие первое. Сэлэмлэу. Приветствие. Сэлэм. Сегодня мы с вами начинаем изучение башкирского языка с нуля. Любое знакомство начинается с приветствия, и в начале урока мы уже поздоровались с вами на башкирском языке. «Сэлэм» означает «привет». На первом уроке вы узнаете базовые слова и фразы, узнаете, как поприветствовать собеседника и попрощаться с ним. Итак, изучение языка мы начнем со знакомства с буквами. В башкирском алфавите есть 9 дополнительных букв. И если вы знакомы с английским языком, то многие звуки вам уже будут знакомы. А, Э, О, Э, У, Э, К, К, Г, Г, С, С, Н, Н, Х, Х, З, З. Самое популярное слово приветствия в башкирском языке вы уже слышали. Это сэлэм, значит привет. И есть еще одно слово. Хаума. Представьте, что вы задуваете свечку широко открытым ртом и произносите это слово. Хаума. Сэлэм и хаума употребляются в неформальной обстановке, между друзьями, приветствие в официальной форме и к лицам, которые старше вас по статусу или возрасту, будет хаумагав. Хаумагав. Как же произнести такое слово? Фишку с задуванием свечи с открытым ртом на буквах «х» оставляем. Чтобы сказать букву «г», имитируйте полоскание рта только без воды. А букву «в» мы получим, зажав язык между зубами. Ну а где «привет»? Там и вопрос «как дела?» Согласны? Учимся спрашивать «как дела?» «Халь дэрнисек» или «ни халь». Это будет неформально. «Халь дэрэгэднисек» – так спросим у старших и уважаемых людей. Варианты ответов выбирайте, исходя из вашего настроения. «Якше» или «хэйвэт». Хорошо. «Якше» – «хэйвэт». «Шэп» – отлично. «Шэп». «Бара» – пойдет. «Бара». «Насар» – плохо. «Насар». А теперь послушаем диалог Лили и Али и закрепим изученное. Сэлэм, Алия. Сэлэм, Лилия. Нихаль. Бара. Кстати, поздороваться на башкирском можно и другими способами. Есть более формальные выражения. Хайерле ирте. Доброе утро. Хайерле кюн. Добрый день. Хайерле кис. Добрый вечер. Любая встреча и знакомство заканчивается прощанием. Вот самые простые слова и выражения, как можно попрощаться на башкирском. Если неформально. Хаубу. Хуш. Хаубу. Хуш. Обращаемся на «вы». Хаубулгав. Хушагав. Хаубулгав. Хушагав. А если хотите блеснуть знанием языка, то можете добавить в конце «курешкенгеттиклем», что значит «до встречи». «Курешкенгеттиклем». А теперь послушайте диалог Лили и Али и пробуйте повторять. «Сэлэм, Алия». «Сэлэм, Лилия». «Нихаль». «Бара, узын нисек». «Шэп, рахмэт». «Хуш, Алия». «Курешкенгеттиклем, Лилия». Ага, появились новые слова. Скорее всего, вы и сами догадались, как они переводятся, исходя из контекста.
Үҙең нисек? Как сам? Үҙең нисек? Рәхмәт. Спасибо. Рәхмәт. А теперь послушайте диалог между мальчиком Тимуром и тетей Фатимой. Обратите внимание на формы выражений, которые они используют по отношению к друг другу. Хаумагыгыз, Фатима апай. Хаума Тимур. Хәлдәрегең нисек? Яхшы, рәхмәт. Һинең нисек? Һәйбәт. Хау булығыҙ. Хау бул, Тимур. Ну что же, Дустар, вы большие молодцы. Теперь вы можете смело ловить вашего башкирского друга и завести с ним самый простой диалог, потому что вы к этому готовы. А чтобы закрепить изученное, предлагаем пройти небольшой тест на нашем сайте Айда Онлайн. Встретимся на следующем занятии. Көрешкәнгә тиклем!